Всем привет! Я нахожусь в городе Тулум, что находится на юго-востоке полуострова Юкатан в Мексике. И сегодня я иду на дайвинг. Но не просто дайвинг, а нечто новое для себя, нечто уникальное. Это будет пещерный дайвинг. Здесь, как я уже рассказывал в своем видео про Тулум и про другие места в Мексике, в общем, на полуострове Юкатан расположено огромное количество пещер. Это самая крупная система пещер в мире. Большинство из них заполнены водой, и там можно нырять. Все они соединены между собой, можно там проплывать просто десятки, даже сотни километров. Вот, пещеры невероятно красивые. Они называются здесь сеноты, что происходит от языка майя. Вот, сегодня я сделаю три погружения. Первое будет глубокое в сеноты Эль Пит, и примерно между 30 и 40 метрами. И второе будет погружение, два других погружения будет достаточно мелких, примерно 10-12 метров, но в очень красивые пещеры, система пещер, которая называется Cenote dos Ojos. Вот, и, собственно говоря, я дико этому рад, дико взволнован, потому что это невероятно интересный новый опыт, и буду все это дело снимать и вам об этом рассказывать. А вот пока я жду, в общем, отправления своей группы вот в этом дайвинг-центре. Итак, друзья, мое первое погружение будет пещера Эль Пит. Ее вход совершенно не выглядит примечательно, но на самом деле внутри это огромнейшая пещера глубиной до 60 метров, но я пойду примерно до 40. Это будет самый глубокий дайв в моей жизни. В сегодняшний момент здесь вот есть еще одно ответвление. В общем, будет просто невероятно. Да, примерно посередине будет вот такой вот слой газа. Это место, где смешиваются морская и речная вода, и пресная вода. В общем, посередине здесь также гора, примерно в глубине 25 метров. Какие-то каменистые такие отложения. В общем, с предвкушением ожидаю. Thank you.
Итак, друзья, мой второй дайв будет здесь, в Синоте, называется Dos Ojos, что в переводе с испанского «два глаза». Здесь я сделаю два дайва. Оба дайва будут мелкие, до 10 метров, но зато мы будем плыть прямо внутри самой пещеры. Вот здесь нарисовано, так сказать, наш маршрут. Вот это первый дайв, вот это второй. Bat Cave — это пещера летучих мышей и так далее. И вторая как-то по-другому называется. В общем, говорят, что это очень красиво, невероятно. И, в общем, я с большим предвкушением. Первый дайв мне просто нереально понравился. Это просто что-то как фантастическое. Вот сейчас будем делать второй. А вот это вот называется пещера летучих мышей. Здесь куча летучих мышей. Вот мы здесь посреди дайва всплыли ненадолго. Thank you.
Ну вот, друзья, закончились мои 3-2 дайва. Это было просто что-то невероятное. Это я имею за плечами, так сказать, более 50 погружений уже в разных частях мира. Без лишней, так сказать, скромности скажу. Но эти 3 дайва в пещерах были лучшие дайвы в моей жизни. И это, конечно, достаточно дорогое хобби, но если бы у меня было много денег, я бы перенырял бы здесь все вообще пещеры. Всем рекомендую. Сеноты в Мексике, все, кто увлекается дайвингом, просто сюда, летим сюда и ныряем, ныряем от души.